День поэзии отмечают сегодня в мире. Эта дата была утверждена в 1999 году на 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО. Впервые День поэзии прошел в Париже. Сейчас его отмечают во всем мире. Одна из основных целей даты – поощрение языкового разнообразия и поддержка исчезающих языков. Всемирный День поэзии призван дать возможность шире заявить о себе малым издательствам, возрождающим извечную традицию живого звучащего поэтического слова. Еще одна важная задача – развитие поэзии, возвращение к устной традиции поэтического чтений. В Осетии поэтическому слову всегда особое внимание. Проходят открытые лекции, встречи с лауреатами российских и национальных поэтических премий. А сегодня дату отметят поэтическим вечером в Национальной библиотеке. Сегодня хотел предложить, чтобы мы вспомнили старую традицию, когда в Осетии проводили свой собственный праздник, День поэзии. И все поэты приносили на этот праздник еще не напечатанные свежие стихи и читали. А потом по итогам этих праздников уже выпускали сборник стихов, который так и назывался «День поэзии». Я думаю, что надо вернуться к этой.